Они все люди, они будут, да? Подъезжай. Это наш батальон «Днепр», который дислоцируется у нас в городе, который защищает наш покой, ваш покой. Благодаря, в том числе и им, на сегодняшний день мы не знаем, что такое война рядом с нами. А мы вам желаем, чтобы в новом году вот, у нас был мир и покой, вот, чтобы у вас были улыбки на лицах, вот, и помните о том, что вы наше будущее, а мы ваша защита. Мы Миколаев, телеречика, делами добрыми, успехов в навчанні. У спорті нагороди ми теж маємо, бо подарунки в цей день чекаємо, який святий приносить уночі. Я не буду, я відмічаємо, який праздник? Рождество. А четверозначно, який ми відмічаємо? Тут монетка, і кожен дитинок буде кусочок пирога і кому-то. І не забувайте при цьому мечтати. Ви зможете стати ким угодно, ким захотите. Ви можете, любой із вас може стати и президентом, и может стать замечательным врачом, и великолепным учителем. Все зависит от вас. Не верьте никому, кто будет рушить ваши мечты и будет как-то способствовать тому, что вы перестали мечтать. Веселись, малыш, играй, но про труд не забывай. Тогда в следующем году вновь приедет Николай. Вот патриоты. Да. Миколай мандрует, подарунки раздает. Він за них не хоче плати. То як велить Господь, батьку мати шанувати, рідну церкву і народ. Наша головна задача, звісно ж, наших дітей воспитати в духі патріотизму, любви к своїй родині, тому що з таких маленьких дітей формується наше будущее, нашого міста, нашого регіону, нашої країни. І задача попечителів, взрослих, шефів, крестних батьків, звісно ж, щоб дитина гармонічно воспитувався, щоб все те, що необхідно, у нього було. Часто нас осуждають, що діти у нас розбаловані, значить, у них дуже много подарков, очень много привилегий, но дети в закрытых детских учреждениях, дети-сироты, не имеют самого главного – родителей. И никогда много помощи не бывает. Сколько бы мы ни подарили детям подарков, сколько бы мы ни уделили бы внимания, но мы не заменим их родных родителей. И поэтому наши дети, самое главное от нас, что требуется, это, конечно же, человеческое отношение и соучастие в процессе воспитания детей, потому что они требуют ежедневного внимания к себе. Слава Украине! Героям!